В главном морском вузе страны продолжается прием абитуриентов. До середины сентября университет имени адмирала Макарова ждет новое пополнение. В этом году количество желающих стать моряками международного уровня особенно велико. Только на факультет навигации и связи подано более 900 заявлений. На дворе конец августа, а в Макаровке в самом разгаре приемная кампания. По понятным причинам ее продлили до середины сентября. Первые итоги набора абитуриентов подвели на встрече с ректором. В этом году желающих поступить в университет морского речного флота и стать макаровцами особенно много. На 190 бюджетных мест судоводителей у нас более 900 заявлений. Поэтому востребованность она очень большая, интерес большой. Это по всем направлениям. По всем специальностям. На встречу с ректором и руководителями подразделений вуза пришли абитуриенты и их родители. Из первых уст поступающие могли услышать об одном из лучших вузов России. В Макаровке более 14 тысяч обучающихся. Современные технологии, лаборатории, не имеющие аналогов в мире, тренажерные центры. Все направлено на подготовку моряков. Учиться здесь мечта тех, кто хочет получить образование мирового уровня. Профессии востребованные. Все время ездил на дни открытых дверей, и очень интересно говорят про профессии, и поэтому решил поступить сюда. Макаровцы настолько востребованы в судоходных компаниях, портах, морских администрациях, что находят работу уже во время обучения. Дипломы университета имени адмирала Макарова получили признание в англоязычных странах. Прямо в ходе встречи абитуриенты смогли пообщаться в режиме онлайн с будущими работодателями. Ребят позвали на судостроительный комплекс и в судоходные компании. Выбор у макаровцев очень широкий. Студенты и курсанты вуза получают образование, проверенное временем. Их ждут и в Арктике, и в Южных морях.